Друзья, всем прекрасного доброго утра! А сегодня оно действительно прекрасное, потому что мы с вами увиделись, и мы сейчас с вами идем на морешко. Быстренько, как обычно. Теперь у нас с вами будут каждодневные утренние прогулки до моря, потому что, ну, сам Бог велит, понимаете, прогуляться до моря, посмотреть, как оно там живет. Вот этот ветер меня уже просто достал, который вот летят все эти волосы просто куда угодно, но только не туда, куда надо. В общем, мы сейчас с вами идем до моря, сейчас прогуляемся от жилого комплекса Посейдон. Я вам напоминаю то, что мы сейчас с вами находимся на микрорайоне Мамайка, и мы сейчас идем по улице Крымская. В общем, давайте я сейчас разворачиваю камеру и показываем, что происходит вокруг, какая температура воздуха сегодня. Вообще сегодня, ну, как я и сказала, уже ветрено, и на улице хотя бы уже потеплее, плюс 11, и уже что-то как-то даже, ну, поинтереснее, что ли. Ну, мне, конечно, и так было интересно жить в Сочи, но теперь еще интересней. Чайки, я слышу, слышите, как они кричат? Вот так они кричат. И я их даже слышу из окна, как они вот гар-гар-гар-гар, все кричат и кричат, кричат. О, кстати, блин, я забыла, я же вам сюрприз приготовила. Сейчас. Та-дам! Тебе и мне, мне и тебе. В общем, мандаринки всегда ношу в кармане, как в Сочи. Кстати, я вчера купила такие вкусные вот эти вот мандарины, и они просто настолько вкусные, они настолько бесподобные. Я вчера, наверное, килограмм полтора вечером съела. Хорошо, что у меня нет, как там, ну, типа, аллергия, да, на вот это, на желтое, на оранжевое. В общем, давайте разворачиваю камеру, потому что я уже пришла. В общем, мне нужна дорога более дальняя до моря, потому что я раз-два, и уже все, и у меня уже дорога закончилась. Кстати, смотрите, сегодня уже даже ларечки открылись, все уже потеплело, морозы прошли. Теперь уже можно и попродавать чего-нибудь там. Теплых носочек, например, на которых будет написано «Привет из Сочи». Пальмочка. Поздороваемся с ней, да? Как по традиции. О, а тут у нас еще и голуби подтянулись, смотрите. Целая голубиная ферма. Давайте, мы же не ищем легких путей. Раз, два, оп! Все. Прыгаем с вами и идем. Голуби вообще бесстрашные, видите? Они вообще ничего не боятся. О, друг мой сидит, Собакин. Ну что, дорогие господа, расскажите вам, как погода в Сочи. Замерзли, нет? Не замерзли? А чаек-то сколько сегодня? Слушайте, чаек все вот с каждым днем все больше и больше становится. Давайте пройдем до этих чаек. Их сегодня реально, они как будто, знаете, это какой-то концертный зал. Они прилетели на концерт. И вот сейчас они тут уже заняли все свои места. Посмотрите. Блин, я так и знала. У меня даже микрофон слетел. Так, а кому я говорю? Кому-то я говорю, говорю сама. В руке держу микрофон. Так, сейчас я вас прикреплю. Я сегодня просто ненадежно, у меня сегодня другая куртка, поэтому я ненадежно прикрепила микрофон. Так, сейчас вы пока посмотрите на чаек, а я прикреплю микрофон. Так, а что ж я делаю? О, и голуби взлетели. Короче, я, похоже, что всех распугала сегодня. Так, ну что же, я не могу одной никак рукой. Все, все. Прикрепила микрофон, не знаю, слышно ли меня хорошо. Я думаю, что слышно будет. Так, все, поднимаемся назад. Назад, наверх. Опа. Вон Собакин лежит. Видите? Что-то грызет косточку. Ну ладно, я его не буду сейчас пока что трогать, потому что косточку грызет. О, смотрите. Сидят. А вас-то мы еще не гоняли.
Волны, конечно, до сих пор присутствуют. Полетели. Все. Всех я сегодня разогнала. План я на сегодня выполнила, в принципе. В общем, давайте я вам расскажу немножко про погоду. Ой-ой-ой-ой-ой. Время сейчас 9:56. Температура воздуха сейчас плюс 11 градусов, максимальная сегодня плюс 13, минимальная ночью плюс 7. Ночи уже не такие холодные, поэтому, ну, в принципе, и ветер тоже такой тепленький. Ой, прекрасное зимнее море. Ой-ой-ой, надо бежать отсюда. Все, надо убегать. Так, давайте немножечко по берегу сейчас прогуляемся. Вообще, я хочу вас сводить потом чуть-чуть подальше на Кубу, на Ласточку. Но уже не сегодня, потому что мне нужно бежать на работу. И вот я перед тем, как уехать, я прихожу сюда. Погуляю, посмотрю на море, понаслаждаюсь. Ой, кто-то трусы потерял. Кто-то, видимо, нырял, и все, и потерял. Поезд едет. Ой! Ой-ой-ой. Ой. Короче, если походить, то можно многое найти. Даже кепка лежит. Кепка лежит, ракушки, вот, например, вот она, видите, да, ракушечка, тоже здесь лежит. Вот еще одна, вот еще одна, вот смотрите на кончик моей ноги. Вот еще одна ракушка, короче, если походить, поискать, то можно очень много даже найти. Так. Сейчас мы совершим ритуал. Я люблю кушать мандаринки. Наберу себе в карман, прихожу к морю и кушаю здесь. Ем. Вот, смотрите, какая. Ой, мандаринка красивая. А вообще мандаринка получилась типа человечка, да? Вот это голова, руки и ноги. Смотрите, топ-топ-топ-топ-топ-топ. Пока я съем мандаринку, половину уже съела, вы пока полюбуйтесь на море. Прекрасное зимнее море. Я просто обожаю. Я вот даже вот не знаю. Вот ты вот приходишь, да, сюда на берег. Ты садишься вот на эту гальку. И ты просто вот сидишь. Вот я по себе вот знаю то, что я могу просто часами сидеть и смотреть на море, наблюдать. Да, вот как меняется небо, как меняются облака, как меняется, то есть, волна. То есть вот это вот все, и вот каждый раз ведь, это же ведь все разное. И не бывает вот одинаковое. Абсолютно не бывает. Как в одном сериале
девушка с парнем приходит тоже. Мне вот почему-то этот момент вот больше всего запомнился, потому что, ну, наверное, потому что я, ну, возможно, себя узнала, да, в каком-то моменте, что вот они приходят в ресторан, а там, значит, ну, ресторан где-то на высоком-высоком этаже находится, и они садятся, а девушка и говорит, а почему ты, ну, своему парню, да, мужчине своему, он сразу, естественно, куда уткнулся, в телефон, да, и говорит, почему ты пришел, ты сел, почему ты даже не посмотрел, на вид из окна, а он говорит, я уже много лет здесь обедаю, а, говорит, этот вид, ну, каждый день он одно и то же, как бы, типа, надоел, а она говорит, ты что, ну, ведь все меняется здесь, а он говорит, ну, да, меняется, больше зданий построили. И все, то есть, ну, кто-то может это замечать, кто-то может это вообще не замечать. Поэтому, вот, смотрите, какой прекрасный полет чаек был сейчас. То есть, приходя сюда, можно вот даже, как вот этот мужчина, просто постоять в резиновых сапогах и просто вот, ну, камушки, голыши туда-сюда, туда-сюда. Но ведь это ему нужно, понимаете? Это ведь ему нужно, ну, вот именно подойти, взять дома, надеть резиновые сапоги, прийти сюда, чтобы вот в этой холодной воде повозюкаться, будем так говорить, да? Это потому что нужно для него, для его состояния души. Я бы тоже, конечно, с удовольствием бы туда залезла, если бы у меня были резиновые сапоги. Поэтому, но, увы, у меня только есть вот такие. Так, смотрите, кто-то насобирал ракушек. А еще, кстати, я люблю есть вот эту кожуру. Вот видите, как много нового вы обо мне узнаете, да? Так, ну что, все, пойдемте назад. Поеду я на работу. А то я такой работник, который приезжает к 10, а то и к 10:30. А может быть и к 11. Так, смотрите, какое солнышко здесь. Солнышко, якорь, дерево, кустарник какой-то. Вот эти чайки мне не дают покоя. Их просто миллион. Блин, какая красота. Я прям хочу туда вернуться. Вот парень стоит тоже. О, как круто ему повезло. Над ним столько чаек. О, и ко мне голуби прилетели. А-а-а, меня даже ветер уже уносит. Смотрите. Класс, да? Все, он полез за телефоном. А, нет. Я думала, он сейчас снимать будет. Ну, он уже снимал. Солнышко и снежинка. Кстати, а вы напишите в комментариях, что вы больше любите? Море или горы? Или, может быть, море в горах? Не, все-таки парень начал снимать, да. Все-таки я не ошиблась. Так что напишите мне в комментариях, что вы выбираете? Солнце или снежинку, снег? А еще мне нравится вот эта скамейка. Вот. Я здесь тоже очень люблю посидеть, расслабиться, понаблюдать за морем. Сейчас я вам покажу. Вот так. Опа. Ой. Все, вот просто сидишь и смотришь. И кайфуешь. Вот, видите, да? Вообще уходить не хочется. Хочется ходить, гулять, наслаждаться. Чаек погонять. Мандаринку съесть. Кожуру потом от нее. О, смотрите, какой камушек я нашла. С Новым годом. Короче, если походить здесь, погулять, можно много чего интересного найти. Буду прощаться. Такой небольшой, короткий обзор на сегодня. Похожу немножечко сейчас одна еще, погуляю минутки 2-3, и все, и буду уже выдвигаться, потому что мне нужно уже ехать и наслаждаться жизнью на работе. В общем, друзья, приезжайте в Сочи, отдыхайте. Как всегда, я не устану вам это повторять и говорить, потому что Сочи — это действительно прекрасный город, это самый
теплый город вообще в России, самый южный город в России. Здесь очень круто, очень классно. И даже в зимнее время посмотрите, как здесь хорошо. В общем, друзья, всех вас жду в Сочи. Поедем с вами кататься на лыжах, скорее всего, в четверг. Сегодня, завтра, послезавтра я приеду к вам в четверг. Поэтому, горы, ждите меня, я приеду к вам в четверг. Все, всем пока-пока и до новых встреч. И заветный кружочек.